В четверг стартовал городской конкурс «Лидер 21 века». В Доме творчества заводского района собрались лидеры пионерской организации. В рамках популяризации позитивного образа молодого гражданина России такими высокопарными словами организаторы объявили о целях конкурса, были заслушаны проекты участников. Милосердие, забота о ближних, доброта, способность любить, сострадать играют важнейшую роль в жизни человека. Творить добро на всей земле призывала собравшихся одна из конкурсанток. К слову сказать, о своем желании стать лидером 21 века в этом году заявили старшеклассники городских школ. Они же лидеры ученического самоуправления.